Немцы посчитали все свои деньги. Хватит и беженцам, и полицейским. В Париже открыли концертный зал «Батаклан», в котором террористы расстреляли около сотни человек. Трамп – протест Берлин. В столице Германии прошла анти-Трамп-демонстрация. Дьявольские бриллианты. В Женеве на торги выставили роскошные бриллианты по 50 каратов. План Маршалла – термин из 20-го столетия неожиданно оказался вновь актуальным. На этот раз применительно к нелегальным мигрантам, с наплывом которых борется Европа. Германия решила сделать еще один вклад в дело восстановления порядка и готовится представить так называемый план Маршалла для Африки, чтобы вместо последствий сразу бороться с причинами миграционного кризиса. О том, как сократить количество беженцев из африканских стран, рассказал министр экономического сотрудничества и развития страны Герт Мюллер. По его словам, на предстоящей неделе Берлин представит подробности хитрого плана. Напомним, изначально план Маршалла – детище американских властей, которое должно было помочь восстановлению Европы после Второй мировой. По аналогии с ним, немецкий план – инвестировать в развитие стран Африки и соседних с теми, что пострадали в Африке и на Ближнем Востоке от конфликтов, чтобы мигранты не покидали пределов региона, но в то же время, чтобы могли найти работу и самостоятельно работать на его развитие. В Германии уверены, такой план очень скоро принесет свои плоды, не только в сокращении потока беженцев, но и в компенсации вложенных средств. Ранее немецкие власти уже заявляли о первых вложениях в развитие инфраструктуры стран Африки и стран, граничащих с Сирией и Ираком. Немцы будут больше тратить на беженцев и безопасность. Правительственная коалиция одобрила проект бюджета на следующий год. В нем запланировано повышение расходов в связи с сирийским кризисом и угрозами безопасности. Несмотря на то, что в новом бюджете заложены дополнительные статьи расходов, для его исполнения не нужно будет влезать в долги. Бюджетный комитет Бундестага планирует в следующем году расходы в размере почти 330 миллиардов евро. Расходы и доходы по плану комитета сравняются за счет увеличения налоговых поступлений и снижение банковских процентов. В комитете говорят, что в следующем году увеличат расходы на решение проблем с беженцами. До 1 миллиарда 200 миллионов евро выделят только на обустройство сирийских беженцев в лагерях на территории соседних с Сирией стран, а также для тех африканских государств, из которых идет основной наплыв мигрантов в Европу. Эти деньги выделит немецкий МИД. А Министерство развития потратит 395 миллионов евро, это на 50 миллионов больше первоначально запланированных, на создание рабочих мест в странах, которые приняли основное число беженцев из Сирии. 100 миллионов из госбюджета выделят на нужды детского фонда ООН, ЮНИСЕФ. В целом Германия перечислит ЮНИСЕФ 500 миллионов. 1,5 миллиарда евро пойдут на строительство 5 корветов для противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз. По проекту бюджета на следующий год значительно возрастут расходы на внутреннюю безопасность. В структуре МВД создадут дополнительно 1400 мест, а спецслужбы получат дополнительные средства для борьбы с террористической угрозой. Окончательно одобрить бюджет Бундестаг должен до конца ноября. ФРГ попытается уменьшить выбросы углекислого газа на 95% к 2050 году. Об этом речь идет в экологическом плане, который согласовали власти. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, министр экономики Зигмар Габриэль и министр окружающей среды Барбара Хендрикс обсудили план защиты окружающей среды, и ожидается, что уже в понедельник его одобрит кабинет министров ФРГ. Экологический план предполагает реализацию пунктов Парижского климатического соглашения. В соответствии с ним Германия откажется от ископаемых видов топлива, чтобы уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Именно такое предложение от Германии прозвучало в прошлом году на конференции в Париже, когда несколько стран, в их числе и ФРГ, подписали Парижское климатическое соглашение. Оно ставит перед участниками цель по ограничению выбросов парниковых газов. Это должно замедлить глобальное потепление и даже остановить его в пределах 2 градусов Цельсия от до индустриального уровня. Большая демонстрация на западе Германии. В Кёльне порядка 6 тысяч человек вышли на митинг в поддержку курдов в Турции и против действий президента Эрдогана. Очень быстро к акции присоединились другие желающие, и количество митингующих возросло до 30 тысяч. Однако, несмотря на гнев и возмущение участников, ситуация в промышленных районах вдоль Рейна, где прошли маршем демонстранты, была мирной.
Сейчас в акции участвует несколько десятков тысяч человек, однако все проходит мирно. Полиция держит ситуацию под контролем. Мы координируем движение участников митинга и обеспечиваем их безопасность. Следим за тем, чтобы не было нарушено движение в центре города. Так что каждый может благополучно вернуться домой. Причина для такой акции в самих действиях турецких властей. Там не прекращаются аресты курдов, журналистов, политиков, общественных деятелей. Их обвиняют в пособничестве организаторам попытки переворота минувшим летом. Большое количество участников митинга объясняют тем, что к ним присоединились те, кто собирался протестовать в других немецких городах, в частности, в Дюссельдорфе. Участники акции требуют от немецкого правительства решительных мер. Они говорят, что пришло время не только выражать обеспокоенность, но и совершать какие-то конкретные шаги. Мы требуем четких и открытых действий от немецкого правительства. Мы уже наслушались слов. Теперь пришло время действовать. Немецкое правительство должно использовать свои отношения с Турцией для того, чтобы оказать давление на Эрдогана за его антидемократическую политику. Приняли участие в марше и немецкие политики, и общественные деятели. Отдельно слово предоставили также председателю Союза журналистов Германии Франку Юбералу. В поддержку турецкой демократии выступил и бывший член Бундестага турецкого происхождения Мехмет Кылыч. Он заявил, что демократические силы в Турции сейчас особенно остро нуждаются в поддержке со стороны Европы. Сейчас Турция находится в точке невозврата. Оппозиция нуждается в поддержке Европы. Только сообща мы сможем успешно бороться с Эрдоганом. В противном случае мы все будем иметь огромные проблемы из-за него. У него длинные руки, и он создаст проблемы не только для Турции, но и для всей Европы. Отметим, Кёльн известен своей курдской диаспорой, и в этом городе регулярно проходят акции против действий турецких властей. Депутаты Бундестага объявили о начале инициативы по защите турецких коллег от Эрдогана. По словам немецких парламентариев, оппозиционные политики в Турции лишены правовой защиты и часто просто оказываются за решеткой за инакомыслие. Поэтому представители разных политических сил Германии, социал-демократы, зеленые и левые, всего 60 депутатов, объединились для беспрецедентной акции «Парламентарии на защите парламентариев». То, что творится в Турции с оппозицией, не ново. Однако ситуация никогда не была настолько масштабной. Парламентарии наделены иммунитетом как раз, чтобы не становиться жертвами политических преследований. Решение защитить турецких коллег от политических преследований члены Бундестага приняли после того, как турецкое правительство арестовало 5 помощников депутатов Курдской народно-демократической партии, а также главного редактора крупной турецкой оппозиционной газеты «Хюмхуриет». Накануне арестов турецкий парламент отменил депутатскую неприкосновенность для 53 из 59 парламентариев от оппозиции. Сейчас, к сожалению, многие депутаты за решеткой, и мы не можем никак им помочь. Однако наша инициатива как раз направлена на то, чтобы попытаться вернуть им их депутатскую неприкосновенность. Мы включили их в нашу программу в ближайшие недели. Мы будем рассматривать конкретные меры, вплоть до поездок членов Бундестага в Турцию с запросами турецкому правительству с просьбой о посещении парламентариев в тюрьме. Будем вести переговоры с членами их семей и адвокатами. Мы не можем смотреть в сторону, когда с турецкими депутатами происходит такое. У нас есть солидарность с коллегами, мы ответственны друг за друга, поэтому немецкий Бундестаг посылает такой сигнал коллегам и турецкому правительству. Вот почему это правильно. Немецкие политики заявили, что их инициатива была задумана как символический акт солидарности с турецкими коллегами и надеются, что такой жест перерастет в реальную защиту. Напомним, массовые аресты оппозиции, зачистки и политические репрессии в Турции начались после попытки военного переворота в июле прошлого года. Тогда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его противники заплатят высокую цену. Жесткие меры Эрдогана вызвали критику со стороны Европейского Союза как несовместимые с принципами демократии. Усиленные меры безопасности, сотни вооруженных полицейских и огражденная территория. Французские власти приняли эти меры, чтобы открыть концертный зал «Батаклан» в Париже. Здание проверили саперы и кинологи, а посетители концерта пройдут через двойной контроль. Открытие клуба «Батаклан» уже привлекло сюда туристов и местных жителей. Они фотографируются, поздравляют друг друга и грустят.
Это очень важно, чтобы Таклан снова открыли. Париж – красивый космополитический город. И то, что клуб снова открыли, это как послание о мире. О том, что радость и любовь все-таки побеждают зверства, которые произошли в прошлом году. Конечно, мы радуемся тому, что Батаклан снова возвращается к мирной жизни. Тут будут концерты. Но, с другой стороны, мы помним о жертвах. Как будто все произошло только вчера. Это очень огорчает. В эти минуты на сцене Батаклана выступает легендарный британский исполнитель Sting. У него здесь сольный концерт. Выступление будет длиться час. За это время он исполнит свои хиты и обратится к зрителям с приветствием на французском языке. Все это часть мероприятий, посвященных памяти жертв терактов 13 ноября прошлого года. Батаклан принимает посетителей впервые после тех кровавых событий. Тогда исламисты убили здесь 90 человек. Трое террористов ворвались в ночной клуб в тот момент, когда на сцене выступала рок-группа Eagles of Death Metal и расстреляли посетителей. Сегодня в зале на 1500 аншлаг. Сюда пригласили и родственников жертв терактов. Выручку от продажи билетов в концертный зал переведет на счет фондов, которые поддерживают семьи, пострадавшие от тех терактов. За 8 месяцев, именно столько времени восстанавливали Батаклан, концертный зал полностью реконструировали. Прежний облик здания изменили. Теперь здесь ничего не напоминает о той трагической ночи. Ответственность за ноябрьский теракт взяло на себя Исламское государство. Эта террористическая организация призвала своих последователей напасть на Францию в ответ на участие страны в бомбардировках в Ираке и Сирии. В Берлине протестуют против Трампа. Жители столицы Германии вышли на демонстрацию против победы Дональда Трампа на выборах в США. Акция была мирной, и все обошлось без происшествий. Всего в ней участвовали несколько сотен человек. Большинство из них граждане США. Они пришли к американскому посольству в Берлине. Расположившись напротив входа в здание, участники акции скандировали лозунги «Untrump the world», то есть «Освободи мир от Трампа», и «Love Trump's hate», что в переводе значит «Любовь бьет ненависть». Мы вышли сюда, чтобы показать всему миру, что мы не согласны с таким результатом выборов. Это будет катастрофа, если Трамп станет президентом. Мы считаем, что очень опасно пускать Трампа руководить такой страной, как Америка. Он призывает к националистическим действиям. Даже если он не сделает все, что обещал, только сам тот факт, что его избрали, за него проголосовали, уже пугает нас. Он пришел с лозунгом ненависти, и это страшно, даже не хватает слов. Мы не против демократического решения США, но мы очень волнуемся из-за этих выборов. Мы беспокоимся о политическом развитии во многих западных странах. Призыв инициативы «Трамп. Протест. Берлин» в социальной сети Facebook поддержали около 3000 человек. По данным полиции, на митинг официально зарегистрировались 400 участников. Это уже вторая за один день демонстрация против избранного американского президента. Чуть раньше, в тот же день в Берлине, прошла еще одна акция против Трампа. В ней участвовали 120 человек. Не лучший прогноз для Дональда Трампа от самого авторитетного эксперта в США. Профессор истории Алан Личман, который предсказал победу республиканца на выборах президента, сделал еще одно предсказание. После выборов Трампу грозит импичмент. О прогнозе написала газета «Вашингтон-Пост». Все дело в том, что своими предсказаниями в США и мире не делился только ленивый. Но Личман совсем другое дело. Десятилетиями он не ошибается в своих прогнозах. И именно к его анализу прислушиваются даже сами политики. На этот раз Личман заявил: «Хочу сделать прогноз, который базируется на моей системе, и это мое внутреннее ощущение. Прогнозирую, что республиканская партия в Конгрессе объявит ему импичмент». По его словам, Трамп непредсказуемый, а республиканцам нужен контролируемый человек, как, например, вице-президент Майк Пенс. Тем временем по всем Соединенным Штатам не прекращаются протесты. Тысячи граждан вышли на улицы в крупнейших городах страны. Майами, Сан-Франциско, Атланта, Филадельфия, Нью-Йорк. Полиция арестовывает недовольных сотнями. Они, в свою очередь, оказывают сопротивление. Стражи порядка применяют слезоточивый газ и резиновые пули. И конца протестам пока не предвидится. Подобно украинскому президенту Януковичу, Дональд Трамп даже еще до вступления в должность игнорирует протесты, называя их обидными и несправедливыми, и не придавая им особого значения.
Около 200 тысяч человек в столице Южной Кореи вышли на улицы с требованием отставки президента Пак Кын Хэ. Ее обвиняют в кумовстве и коррупции. Ранее суд выдал ордер на арест подруги главы государства, которая подозревается в том, что заставила крупные местные корпорации делать пожертвования в свои фонды. В то же время Пак Кын Хэ не отрицает, что находится под влиянием подруги Чхве Сун Силь, которая, несмотря на дружбу, а по слухам и более близкие отношения, не является государственной чиновником. Самой госпоже президенту вменяют то, что она передала подруге секретные документы, в том числе тексты своих предстоящих выступлений, и даже разрешала редактировать эти тексты, чтобы больше влиять на политику и экономику Южной Кореи. Кроме того, Чхве Сун Силь стоит за рядом кадровых назначений в правительстве. Когда прозвучали обвинения, президент принесла извинения за то, что допустила подругу так близко к управлению страной. Однако дальше извинений дело не пошло. Поэтому народ требует отставки Пак Кын Хэ и тюремного заключения для ее подруги. 25 тысяч полицейских охраняли акцию протеста. Самих митингующих почти в 10 раз больше. Хотя организаторы акции заявили, что по всей стране миллион корейцев вышли на марш. И с начала 2000 года это самый масштабный политический митинг в стране. Политологи говорят, что сегодня президента Южной Кореи поддерживает только 5% граждан. Цель протестов – заставить Пак Кын Хэ уйти в отставку добровольно, либо в результате импичмента, поскольку она может повлиять на президентскую гонку в следующем году. Эти серьги носят романтичное название «Miroir de l'amour», и в такое зеркало любви, кажется, можно смотреть вечно. В центре композиции два роскошных бриллианта, весом примерно в 50 каратов каждый. Их форму ювелиры называют «груша». Изготовила серьги французское ателье, специализирующееся на дорогих украшениях. Продается от аукционный дом «Кристис» в Женеве. Это редчайшие камни. Меньше 1% всех производимых в мире бриллиантов имеют цвет D. Это признак высочайшего качества. Мы оцениваем стоимость этих сережек в 20-30 миллионов. Кроме того, на торги выставлено кольцо с розовым бриллиантом, также грушевидной формы. Вес камня около 9 каратов. Ювелиры говорят, столь чистый оттенок – редкость. Обычно в розовом есть примеси фиолетового и оранжевого цветов. Розовые бриллианты сейчас очень популярны, и цены на них продолжают расти. В прошлом году мы продали камень размером 16 каратов за 28 миллионов долларов. Это кольцо, как мы полагаем, может уйти за 16-18 миллионов. Аукцион состоится 15 ноября. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.